В дореволюционной России День георгиевских кавалеров. В настоящее время День героев России. Для того, чтобы подрастающее поколение знало историю своей страны, во дворец детского и юношеского творчества пришли настоящие герои. Среди них заслуженный летчик России Василий Георгиади. Полковник авиации рассказал о подвигах героев Советского Союза и России. Обсудили, что же включает в себя понятие «защитник Отечества». Юные патриоты исполнили военные песни и театральные постановки. Это, конечно, воспитание в наших детях, уважение к тем, кто сделал эту Россию. Сохранить память, историческую память о событиях, о героях, которые вот сделали нам мирную жизнь, подарили нам мир. И, конечно же, дети, учащиеся, молодежь сами стараются исследовать какие-то судьбы. Подобные занятия с подрастающим поколением в Люберцах проводят регулярно. К памятным датам со школьниками также проводят исторические часы. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.